Я очень рада вас видеть. Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. Лиза! А я уже сам отрекомендовался, Елизавета Михайловна. Вот Сергей Петрович Гедеоновский, сослуживец моего покойного мужа. Наш старинный знакомый. Милейший человек в уезде, статский советник. Мамочка, мамочка, Владимир Николаевич едет! На красивой лошади едет! Этот Владимир Николаевич вечно что-нибудь придумает. Вы знаете, кузен, у нас в этом году столько гостей из столицы. Сергей Петрович, идите сюда. Здравствуйте, Марья Дмитриевна. Как вам нравится моя покупка? Здравствуйте, Владимир Николаевич. Какая прекрасная лошадь. Лиза Дежа. Петрон Гольден. Не правда ли, Владимир Николаевич, приятный? Лицом он на француза похож. Осмешлив. Вы находите? Я скажу вам по секрету, он без ума от моей Лизы. Блестящий офицер. В отставке. И гордости ни малейшей. Ибо в Петербурге очень дельным человеком считает, и здесь он по службе. От Министерства внутренних дел. Уверена, что если он захочет, то он будет со временем министром. Да,